Все обрушилось. Кирпичи, копоть, обгорелые балки и железо. Нигде никакого намека на отделку. Над половиной зала открытое небо, крыши и потолка нет. Зеркала все разбиты, осколки их устилают пол. Рамы окон без стекол стоят раскрытые, болтаются обрывки штор. Сердце сжимается от боли, когда видишь это гениальное произведение Растрелли разрушенным и оскверненным. Так описал свои впечатления о тронном зале Екатерининского дворца искусствовед Анатолий Кучумов. Когда главный архитектор Государственного музея-заповедника «Царское село» Александр Кедринский и его группа приступили к реставрации большого тронного зала, он находился в катастрофическом состоянии. Во время оккупации центральная часть дворца больше других пострадала от бомбежек и пожара. Чтобы хоть как-то сохранить интерьер от непогоды, сразу после войны были сделаны временные перекрытия, но до 60-х он все еще находился в полной разрухе. Нужно было уже набраться хоть какого-то опыта. И вот Александр Александрович, он готовился к прыжку такому вот, каким являлся вход в тронный зал. У Александра Александровича уже был накоплен опыт работы в анфиладе Растрелли. Рядом с ним были мастера высокого класса, художники, скульпторы, золотники, научные сотрудники дворца. Он долго и кропотливо работал над созданием проекта. Ему нужно какую-то там маленькую деталь, ну вот вы, что называется, положь вот прямо сейчас. А мы говорим, нет, у нас нету материала, нету фотографии, там она размыта, провалилась, не видно. Вот что-то надо еще искать. А у него, он вынужден отложить этот лист и занимается чем-то другим, но у него в памяти это сидит, что ему нужна вот какая-то там деталь. В чем заключается работа архитектора? Сидит себе человек с карандашом за кульманом, рисует проект. Это, безусловно, так, но Кедринский не может себе позволить такую роскошь. В то время большой зал – это практически стройплощадка. Прежде всего, ему нужна новая крыша. Для этого зал придется раскрыть, снять временные перекрытия. А ленинградская погода запросто может преподнести сюрприз. Александр Александрович решает использовать неизведанный доселе способ. Вертолет Як-24 как летающий кран. Одна металлическая ферма монтируется всего за 3-4 минуты. Перекрытия были установлены за 3 неполных дня. Валентина Васильевна Кедринская, любимая супруга, верный друг. То, что называют «крепкий тыл». Она постоянно была рядом. Без нее архитектор не мог прожить и дня. И в будни, и в праздники, и в дни раздумий, и в дни триумфа. Когда он получал Ленинскую премию, а их получала не он один, а 6 человек, я сказала, что я не поеду с тобой, ты езжай один, у тебя такая компания, ты всех их хорошо знаешь. Там, значит, резчик, лепщик, художник и архитектор. Вот. А он говорит, тогда и я не поеду. История знает немало случаев, когда мужчин делали великими живущие с ними женщины. Семья Кедринских – подтверждение этому. Он умел быть ласковым, веселым, но в дискуссии вступать не любил даже со своей любимой. И я как только рот свой открывала и говорила, Саша, мне надо доработать стаж. Он говорил, какая чушь, я тебе твою пенсию буду платить. Я говорю, это с 7 до 1000. Он говорит, ничего, как-нибудь переживем. Ни за что. После того, как инженерные конструкции над большим залом были смонтированы, приступили к художественному оформлению потолка. Поначалу планировалось воссоздать роспись времен Александра II, сгоревшую во время войны. Но реставраторов ждала нечаянная удача. В инженерном замке были обнаружены работы Валериани, изначально еще при Растрелли, украшавшие большой зал Екатерининского дворца. Долгое время они считались утраченными. Это были боковые части плафона, аллегория мира и аллегория победы. Воспользовались ситуацией, которая там была, в общем, там какое-то было такое межвремение, и быстренько сделали туда копию, а сюда привезли оригиналы. И вот тут все это раскатывали в галереях, читали, смотрели, восхищались, мыли. В общем, все выяснили, да, все, наше надо, значит, не отдадим.
намотали на вал, а центральной композиции нету. «Триумфа России» нету, отсутствует. Над воссозданием «Триумфа России» работали художники-реставраторы под руководством Якова Александровича Казакова. По сложности и масштабу эта работа не имела аналогов в мировой реставрационной практике. Параллельно с живописью по проекту, выполненному Кедринским, восстанавливали резьбу, скульптуру, паркет. Он практически жил в зале. Представляете, развертка стены. Там идут пилястры, откосы, понимаете? Он же все эти размеры, они же все обмеры делали. Вот. А у нас, допустим, пилястры не стыкуются, мы с ним решаем, понимаете? Там же завязано все было, и позолотчики. Ну, у нас здесь работало более 300 человек, специалистов. Говоря о реставрации Большого зала, нельзя не вспомнить о Лилии Шведской. Скульптор – один из ярких представителей Ленинградской школы воссоздания. Это ее руками восстановлены фигуры кариатид и ангелочков Путти почти во всех помещениях дворца, от камероновых комнат до янтарной. Каждый штрих, поворот головы, движение рук исследовался и обсуждался. Просветы между фигурами, их силуэт, определяет очень хорошо движение фигур, их взаимное соотношение в пространстве. Как только это найдется, и масштаб каждой соседней головы по отношению к соседней. То есть, чтобы вся эта стенка была увязана. Живопись плафона была принята художественным советом через 16 лет, в 1976 году. За это время ученые собирались 56 раз. Теперь полотна можно было вернуть на свое место. Кедринский решается применить новую технологию – наклеить их прямо на потолок, а не использовать подрамники, как это делали в XVIII веке. Раскладывают на полу эти большие композиции, и совет приезжает и решает. И это огромный совет, очень много мнений, по-разному на это все смотрят. Александр Александрович там ходит, нервничает. В двух словах, окончательно победило и было принято решение, что не ставят подрамники, а наклеивают живопись XVIII века на потолок. Наши вот ученые дамы, которые у нас были в музее и возглавляли наш научный отдел, они очень по этому поводу нервничали и говорили: пропадет, уйдет, пропадет наше эхо. О знаменитом эхе расстреле знали и музейщики, и музыканты. Будучи итальянцем, архитектор мечтал о том, чтобы здесь проходили концерты, и создал неповторимую акустику. Хлопок в центре зала отражался от стен 32 раза. Когда реставрационные работы наконец завершились, а произошло это в 1976 году, зал оказался глух. Сан Саныч говорит: я не складываю руки и не считаю, что будут какие-то изменения. Я считаю, что все придет, но придет свое время. Давайте ждать. Кедринский, как человек величайшей эрудиции, архитектор-реставратор до мозга костей, понимал, что сырой паркет, сырая скульптура, не осевший потолок – все имеет значение. И, конечно, оказался прав. Совершенно случайно мы обнаружили, что эхо появилось. И это было не связано ни с концертом. Это, ну так, рабочий тоже момент. Кто-то что-то там потерял, уронил, и вдруг раздался звук. Ну, это было событие. Сан Саныч, эхо вернулось. Ну, все, значит, вот завершилось. Он говорит: вот теперь уже реставрация завершилась. Эхо пришло. Особой вехой в творческой биографии Кедринского стало воссоздание янтарной комнаты. Чего только о ней не писали. И научные исследования, и детективные романы. Искали профессионалы и любители. Войдя в помещение, реставраторы сначала приступили к работам по воссозданию дверей, плафона, скульптуры, паркета. До последнего надеялись на возвращение янтарных панно. Но в конце концов поняли, что придется все делать заново. Нас вот, например, там некоторые специалисты обвиняют в том, что мы вообще не реставраторы, что питерская школа, она основана на новоделе. Вот такие вообще бытовали, будем говорить, мнения, но вот мы сегодня совершенно изменили отношение к этому процессу. А процесс был неизвестен, ведь работа с янтарем – это не наш, не русский промысел, чужая технология. Если сюжеты по черно-белым фотографиям и можно себе представить, то колер янтаря угадать почти невозможно. Янтарь колорируется,
он колорируется с незапамятных времен. А изначально это, да, это вот такие камушки. Вот. Ну, цвет такой, знаете, как вам сказать, квашеной капусты. Дело в том, что вот есть прозрачный материал, есть непрозрачный. Вот прозрачный материал, он подвергается термообработке. Да, в соответствии с этим приобретает такой золотисто-коньячный цвет. Совершенно новым, неизведанным было и создание утраченных флорентийских мозаик, как их называют, вечная живопись. Реставраторы, чтобы поближе познакомиться с техникой набора, ездили в Италию, в ту самую мастерскую, в которой и были в свое время изготовлены подлинники. Наши итальянские коллеги вообще прекрасно с нами общались, они вообще люди веселые и были очень довольны нашему приезду, но дружба дружбой, а табачок врозь. Не поделились флорентийцы своими секретами. Пришлось до всего самим доходить. И камни почти все использованы наши, советские. Яшмы, змеевики, халцедоны, кремний. Работа над янтарной комнатой продолжалась 25 лет. Целая жизнь. Реставраторам помогали ученые. Большую поддержку оказал Институт янтаря в Калининграде. Приняла участие даже криминалистическая лаборатория Большого дома. Здесь сделали спектральный анализ имеющихся материалов. А с Сан Санычем была работа самая тесная. Он все время приходил, он все время курировал эту работу. Он осуществлял так называемый авторский надзор. И мы очень мило общались и иногда ругались. За эту работу коллектив реставраторов был удостоен государственной премии. А Кедринский получил также премию президента Российской Федерации. Впрочем, ему все эти регалии казались малостью по сравнению с тем, что свершилось дело его жизни. Александр Александрович скончался спустя 4 месяца после открытия янтарной комнаты. 22 сентября 2003 года. Вдруг он меня к себе крепко-крепко прижимает, аж кости у меня затрещали. И крепко-крепко целует в губы. А мы уж не помним, когда это целовались. Все, у меня хорошее настроение, Валя, я поехала на работу. И больше я его не увидела. Вот так мы с ним попрощались. В 1989 году дворцы и парки города Пушкина были внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.